сейчас хочу обратиться к людям, которые себя любят называть русскими. Я думаю, что для того, чтобы называть себя русскими, сейчас, я думаю, нужно прийти к такому примеру, как израильтяне, евреи. С любой страны, в которой бы они ни проживали, они едут служить в Израиль. Они послужат там определенное время и возвращаются в свои страны, где они проживали. Я думаю, что если человек такой ярый русский националист или считает себя русским, называет себя русским, стучит себя в грудь, я думаю, что хотя бы на месяц или на три он должен приехать в наше подразделение, вступить. И потом уже он смело, после того, как он поборолся за права русского народа, может называть себя русским. Добрый день.